Сочетание хореографии, гимнастики и акробатики. Все это про детский фитнес. FitKids – спорт сравнительно новый. Развиваться он начал лишь в 90-х. В Беларуси его активно продвигают в Бобруйске и Бресте. На днях наш город принял открытый чемпионат. Во Дворце искусств собрались 100 юных спортсменов. Соло – это дуэты, трио, группы, формации по возрастным группам. Города Брест, Бобруйск – все члены нашей федерации. Честь города на Березине отстаивали воспитанники клубов «Олимпия Фит Кидс» и «Принцесса спорта». А гостей из Бреста представили ансамбль танца «Белая Русь» и детская студия «Маленькая страна». Кстати, об успехах наших олимпийцев уже давно знают не только в Синеокой, но и за ее пределами. Спортсмены клуба не раз завоевывали самые высокие награды на европейских и международных турнирах. Бобруйчанки Ульяна Самак и Арина Власова не раз становились призерами престижных соревнований. Именитый дуэт покорял судей в Польше, Украине и родной Беларуси. Обе девочки – лучшие спортсменки года среди детей Белорусской Федерации Фитнеса. Таких результатов они достигли благодаря упорству на тренировках. Мы репетируем элементы, учимся. Я уже достигла многих элементов, побывала на многих соревнованиях. Я здесь занимаюсь с 2018 года, и мне тут очень нравится. Я уже научилась много элементов, и я хочу поблагодарить своего тренера, Долгого Никиту. Отличились спортсменки и в этот раз. На чемпионате девочки стали лучшими в номинациях соло и трио. Победителей и призеров спортивно-танцевального праздника удостоили кубками, дипломами и мягкими игрушками. Анастасия Шевцова, Владимир Горбиневич, Бобруйск 360.